24 января в отделе ЗАГС городского округа Зарайск чествовали семейные пары, чья совместная жизнь в 2018 году была ознаменована юбилейными датами. Сегодня мы собрались в этом зале, чтобы поздравить семейные пары, которые отмечают солидный юбилей семейной жизни. Прожив в браке долгие годы, вы сумели не только сохранить крепкую семью, но и приумножить это богатство. Пусть любовь и радость не покидают вас никогда. Пусть сопутствует вам удача, счастье, добро, благополучие, верность и уважение. Пусть дружным и крепким будет ваш семейный союз. Хорошее настроение юбилярам, прожившим вместе 50, 55 и 60 лет, помогли создать уютные атмосферы и концертные номера. Поздравления, звучавшие в адрес юбиляров, были наполнены словами восхищения и уважения к людям, которые на протяжении всей жизни смогли пронести удивительное и главное чувство – любовь. Дорогие юбиляры, я, конечно, хочу от всей души вас поздравить. Сейчас, во времена быстро меняющиеся, с кучей соблазнов, с кучей каких-то непонятных ценностей, конечно, вот ценность семьи, ценность вашего примера, она не переоценена будет. Она будет именно оценена как нужно. Поэтому с удовольствием вас поздравляю с праздником, с вашим юбилеем. И, конечно же, здоровья вам и долгих лет жизни. Еще долгих-долгих лет жизни. И совместной, и просто жизни. Красивой вашей сознательной, вашей настоящей жизни. Так что вас с праздником. Вам спасибо огромное. Спасибо. Семейная жизнь, она прежде всего жертва, а любовь – это и есть жертва. Вы это пронесли всю жизнь, и не только пронесли, несете, как было сказано до этого. И от всей души, от лица духовенства поздравляем вас с этим жизненным моментом, что этот путь вас ведет, совместный путь к Богу, к спасению души. И от всей души вас поздравляем, и многое вам, и благая. Поздравления, шампанское, украшение удивительного дерева жизни, вручение подарков и благодарственных писем, волнение юбиляров и трогательные моменты праздника. Юбилей. Валерий Маркович, Герман Беляев, студия «Квант», Зарайское кабельное телевидение.